Закрытые ворота и охрана – так встретили сегодня общественников и журналистов на печально известной даче Анатры. Застройщики буквально уничтожают памятник архитектуры и охраняемый государством объект культурного наследия. Все это началось еще с середины октября прошлого года. В свою очередь, в отделе охраны объектов культурного наследия убеждают – стройка незаконная. Мы сделали осмотр, сейчас будем в управлении сравнивать с тем актом, который был приложен к охранному договору. По результатам будем делать акт заключения о правонарушении в результате того, что вообще все работы были произведены, это уже видно, без документации и без разрешения. Данный особняк остался без крыльца, балконов, внутренней и внешней отделки. Все это уничтожено. Кроме того, на месте разрушенной части здания вырыт котлован, в котором залит фундамент. Рядом можно заметить скважины под сваи. Аутентичность не сохранена. Более того, это здание поменяло, как мы видим, свои формы, поскольку пристройка, которая организуется и спереди на фасаде здания, и вот с задней стороны, она изменяет границы контура здания, что уже является нарушением. Если говорить о внутренней части здания, то вся лепнина, она, в общем-то, сбита, изменены проемы и полностью удалено крыльцо. ГАСК выдал компании-подрядчику декларацию на проведение работ, которые велись с нарушением. По этому факту государственный архитектурно-строительный контроль предъявил застройщику штрафные санкции, которые, кстати говоря, так и не были выплачены. Причиной тому, как объясняют в отделе охраны культурного наследия, несовершенное законодательство. К сожалению, то, что тот пакет документов, который мы передали в областную администрацию, потому что штрафные санкции накладываются непосредственно главой областной администрации. В законе 44-й статье написано, что штрафует губернатор постановою, но так как у нас областная администрация не может выдавать постановы, а только распоряжение, из-за этого возникла коллизия. В общем, остается только надеяться, что возникший резонанс вокруг этой ситуации привлечет к проблеме внимание чиновников, и она в скором времени решится. Ведь так не хочется, чтобы оставшаяся часть исторического памятника исчезла с лица нашего города.